привет, привет! Я еду к Леонардо. Хочу сделать небольшой обзор хобби гипермаркета в торговом центре «Радужный». И хобби гипермаркет. Товары месяца. Набор для вышивок здесь со скидочками. Такие цены. Здравствуйте. Рамки для фото разные. Всего очень много. Большой магазин. Все есть. Посыпки, домашняя кухня даже. Силиконовые формы вот разные. Абсолютно разные. Смотрите, такие вот вещи, деткам много всего. Карандашей куча всяких разных. Для декорирования. Видите, сколько всего. Наклеечки всякие хорошенькие. Кстати, надо посмотреть тоже наклейки. Мне нравятся здесь вот такие коробочки. Вот такие. В них, кстати, можно даже какие-нибудь брошечки, браслетики отправлять, наверное, я думаю. Вообще, они, конечно, их для декора. Шкатулочки разные. 150 шкатулочек. Это здесь что-то напутали. Вот, например, 150 шкатулочка. Задекорировал ее, и все. Хорошенькая, вместительная. Которые побольше, они, конечно, подороже. Вот, заготовки для декорирования. Много. Мозаика, замороженное стекло, прикольно, золото, поталь, золочение, очень много всяких ниточек, мулине, разных, и цены разные, 170, 45. Всего много. Картины всякие для вышивки. Вот картины тоже. Вышивка бисером.
тут цены? Что-то я не вижу, где цены-то у них. Цена указана в прайс-листе. Ну ладно. Фоторамы какие-то. В общем, рамки. Вот такие вот для декорирования элементы. Всякие разные. Цены, конечно, тоже разные. Есть что-то подешевле, что-то подороже. Очень много всяких цветочков. Пяльца. Тоже вот цены, видите, разные. Подешевле, подороже. Гамма пяльца. Блиц. Пластиковые подешевле. 38, 39. Ткани. Тоже вот цены, видите, разные. 400. 400 это для пэчворка. Кстати, кожу я тут не видела. Здесь нитки разные. Вот со скидочкой 21 рубль. Фетр. Хотела показать фетр. Фетр вот большие. Пласты 50 на 50. 552 рубля. Разные расцветки. Декоративный фетр, серебряный, золотой. Цены тоже разные. Есть китайский фетр, есть корейский. Разные размеры, цвета, толщина. Вот. Спицы. Крючочки. Но больше всего Леонардо я люблю покупать бисер. Тоха биц. Восемьдесят два, 15, 106. Разные расцветочки. 88. Шарлотта. Люблю этот бисер. Он переливается. У него одна сторона срезана, поэтому он хорошо так смотрится. Кубический бисер, 62 рубля. Пряжа тут лежит. Трежерс. Тоже цены, в принципе, разные. И 178, и 138. Гексагон или хексагон, как правильно. 57. Машиночки швейные. Вон по 19 тысяч даже есть дорогие. По 25. 14. 10, 19. Шнуры разные, разного диаметра, по 109. Эластичные шнурки.
250 рублей. О, кстати, очень удобная вещь. Эластичные шнурки. Для обуви тоже, кстати. Плюш. Коробочки. Вот эти коробочки очень удобные. Каждая открывается. Удобно хранить. 89 рублей. Вот такие 125. Тоже удобные. Каждая открывается, ячейка. Поэтому удобно. Вот в таких удобно хранить мелкие. Мелкие детальки. Смотрите, сейчас есть вот такая коробка. Шкатулочки. Ну вот. Немного показала свою прогулку по Леонардо. Кстати, магазин хороший. Он есть практически везде. И если что-то нужно, всегда можно купить. Вот. Все, до свидания. Всего всем доброго. Всего хорошего. Пока-пока.